Клебер Трансалп 2 – это зимняя шина для малотоннажных грузопассажирских перевозок. Ее разработали во французском городе Клермон-Ферран, где располагается технический центр компании «Мишлен». При прототипировании инженеры ориентировались на безопасность на скользких покрытиях. И, как показало время, задача была выполнена. Свидетельствует тому оценка «Б» в евроэтикетке по торможению на мокром асфальте. Нужно заметить, что для коммерческих шин это завидный результат. Ключевые особенности протектора. Разнонаправленные ламели на центральных блоках помогают работать на обледенелой дороге. Вспомогательные кольцевые канавки в плечевых зонах повышают проходимость в снегу. Клебер. Надежность, безопасность, доступность.